А со мной здесь рядом в студии появился мой коллега, журналист «Радио Свобода» Андрей Дегтяренко. Андрей, привет. Привет. Спасибо, что сегодня пришел сюда к нам вечером. И Андрей вообще из Луганска и покрывает информационное пространство Луганской области новостями. Я хочу, кстати, рассказать нашим зрителям историю одну интересную. Я познакомился не так давно с журналисткой одной, она из Узбекистана. И в Узбекистане на сегодняшний день ситуация приблизительно такая же, как у нас в Донецке на оккупированной части, только там ситуация эта вся покрывает на всю страну. И она не может поехать в Узбекистан, потому что по ней открыто следствие, ну и так далее. И мы с тобой тоже не можем поехать. Я в Донецк, ты в Луганск, к сожалению, и даже есть угроза против нас и на освобожденных территориях, в частности, против меня в том числе, да, как было совершено несколько покушений. Но она рассказала такую ситуацию, что она не может поехать в Узбекистан, зато может поехать, например, в Луганск, да, а в то же время я не могу поехать в Донецк, но могу поехать в Узбекистан. Так вот, она как рассказывает, как они собирают новости. Они мониторят социальные сети, да, они смотрят, что люди пишут, что люди говорят, о чем они общаются в социальных сетях. Скажи, пожалуйста, на Радио Свобода, ну и я, собственно, там работаю, и ты, но нашим зрителям будет, я думаю, интересно узнать, как на Радио Свобода ты ведешь мониторинг ситуации по Луганской области. Во-первых, действительно, сейчас есть много возможностей следить за ситуацией по интернету, но и, слава богу, никто не отменял мобильный телефон, никто не отменял скайп. То есть достаточно большое количество людей на оккупированных территориях поддерживают нас, поддерживают Украину и с удовольствием рассказывают о том, делятся полезной информацией и рассказывают о том, что там происходит. Ну, в частности, последние события в Луганской области, конечно, сейчас затмил полностью Мариуполь, но там тоже происходит достаточно много кровавых событий и важных для войны на востоке страны. Скажи, а мы сейчас будем звонить представителям Луганской областной государственной администрации, чтобы получить также последнюю сводку новостей. Что сегодня происходило на территории оккупированной части Луганской области? Какие сведения оттуда у нас есть на сегодняшний день? Ситуация примерно такая же. То есть террористы начинают наступать практически на все линии соприкосновения с украинскими войсками, в том числе и в Луганской области. Постоянно идут обстрелы территории возле Луганска, в том числе и в сам город Луганск сегодня прилетело несколько деталей ракеты от Смерча. Причем, что интересно, два двигателя, и до сих пор нет информации о том, куда же, собственно, шли обстрелы. Есть подозрение, что обстрелы велись по украинской территории. Уже несколько дней обстреливается, причем тоже по нашим данным, с территории, захваченной террористами. В частности, это Ирмина и пригороды Стаханова. Город Стаханов обстреливается. Вчера в результате обстрелов была авария на территории Счастинской АТС, в результате чего большая часть Северной области осталась без света. Но, слава богу, быстро ввели резервные энергоблоки в действие и свет восстановили. Плюс параллельно с этим происходят разборки среди сепаратистов. Вчера был убит при невыясненных обстоятельствах так называемый народный мэр Первомайска Евгений Ищенко по кличке Малыш. Также, по нашим данным, в неизвестном направлении скрылся либо исчез Павел Дремов. Это стахановский казак, который тоже исполняет обязанности мэра города и является руководителем так называемого первого казачьего полка Казачьей национальной гвардии. Но при этом жители по всей линии соприкосновения прячутся в подвалах, ждут обстрелов, либо сами находятся в состоянии обстрелов. В ужасном состоянии станица Луганская, Крымская, Попасная. Постоянно идут сведения, и очень сложно их проверить о том, что боевики продвигаются дальше уже, там, чуть ли не с 29-го Андрей, года. скажи нашим зрителям, вот многие спрашивают, почему вы не снимаете в Донецке видео на штатив, на камеру и так далее? Почему ты в Луганске видео такое не снимаешь? На самом деле, ответ на этот вопрос очень простой. Большое количество наших коллег и моих коллег, и журналистов «Реальной газеты», из которой я изначально вышел из Луганска, уже успели побывать в подвалах ЛНР. И тем не менее, мы даже сейчас передаем видео оттуда, потому что журналисты, и не только журналисты, и гражданская журналистика, и обычные люди все равно снимают даже на мобильные телефоны, так или иначе пытаются передавать видео. Хотя это сопряжено с огромным риском, и причем действительно с риском для жизни.
Скажи, вот по ощущениям, я помню летом Луганск, да, у нас был, и были эти обстрелы, были митинги, вернее, были обстрелы, была Луганская областная государственная администрация. В Донецке такого не было, да, вот. Ты тогда смотрел за Луганском, какие чувства ты испытывал, как житель этого города? Ужасно вообще об этом говорить. Было ощущение, что происходит глобальная несправедливость, с которой ты лично никак не можешь справиться. В принципе, я после этого успел поехать на фронт, немножечко соприкоснулся с военной жизнью уже 24 числа, когда у нас произошел перелом, когда русские открыли второй фронт, захватили Новоазовск. Ну, сложно говорить о чувствах, которые ты испытываешь в этот момент. Бессилие, ненависть к людям, которые все это творят. Мы собирали информацию, откуда идут обстрелы. И на тот момент, в принципе, одними из первых, я горжусь этим, собрали достаточно данных о том, что Луганск в том числе обстреливали изнутри диверсионные группы. При этом сами сепаратисты пытались их поймать и так и не предъявили ни одного случая пойманной так называемой украинской диверсионной группы. И смотрите, сейчас в Донецке ситуация фактически повторяется с Луганском один в один. Те же обстрелы троллейбусов из минометов, явно с черты города, те же заявления о мифических украинских диверсионных группах. И точно так же сепаратисты не могут подтвердить свои заявления, и все указывает на то, что легче всего это делать им самим. При этом, разумеется, идет война, разумеется, выстрелы прилетают и с той, и с другой стороны. Но у меня уже практически нет сомнения, что сознательные обстрелы мирных жителей на этой войне ведутся так же, и делаются не для того, чтобы посеять ненависть между украинцами, между теми украинцами, которые на оккупационной территории, и теми, которые находятся на освобожденной территории. Буквально сегодня мне звонили из города Стаханова люди, которые говорят: мы видели, как из автобазы, там есть известное место Луганской автобазы, взлетали снаряды и ложились буквально у нас в соседнем огороде. Слава богу, то есть видели, но люди, да, это видят, люди уже сейчас это говорят. То есть мы столкнулись с технологией. С технологией террора, с технологией запугивания, с технологией посеять ненависть. Сейчас мы будем связываться по скайпу с нашим коллегой Иваном Синепаловым из города Мариуполя. Иван, ты меня слышишь? Так, я тебя чую. Да, добрый вечер. Скажи, будь ласка, мы розмовляли з нашою колегою Юлією Діденко, а ось вона давала нам хронологію подій, власне, що відбувається в місті Маріуполі сьогодні зранку до вечора. На твій погляд, які ключові події сьогодні були в місті Маріуполі, от по порядку, да? З чого почалося, як розвивалося і чим це все наразі, я не можу сказати, завершується, власне, що зараз відбувається? Отже, почалося все, наскільки я пам'ятаю, пів на 10-ту ранку, коли перший обстріл Маріуполя відбувся. Спочатку відпрацював один залп градів по блокпосту, потім два залпи градів по житловому району. Причому, ну, версії різні, звісно, з одного боку, найпевніше це була акція залякування, така собі. Ми останні тижні дуже активно провели, були мітинги, були всілякі акції, показували, виступали у Маріуполі, це Україна. От, і я думаю, що це могла бути така своєрідна акція залякування, щоб от вони виходять за Україну, то нехай гинуть. Тепер, власне, про це зараз у ватних пабліках і пишуть. Що, типу, Маріуполь так розплачується за свою українськість. З іншого боку, не виключаємо того варіанту, що це могла бути просто похибка в тому координуванні, тобто найпростіше там не врахували вітер чи щось таке, і просто хотіли по блокпосту відпрацювати, відпрацювали на житловий район. Цей варіант також не виключається, але мало ймовірний. От, потім перші чи опів на другу десь іще двічі відпрацювали по блокпосту. Я тоді був якраз на східному мікрорайоні, дуже гучно, дуже близько, дуже відчутно. От. І якраз от десь в цей же час, там, починаючи з 12 години, почалася активна робота із допомоги, власне, людям, які там постраждали. Волонтери придбали, ну, найпростіше це плівку будівельну, яку в місті самооборони Маріуполя почали заклеювати, ну, ці шибки, які повибували. Ясно, що ушкоджень багато і не всіх, але принаймні така якась мінімальна допомога. Потім почали збирати ліки, анальгетики, антибіотики, все найбільш необхідне, здавати кров.
Наразі працюю пункт обігріву біля церкви там на східному мікрорайоні для тих, хто не має змоги зараз перебувати вдома. Там видають чай, якісь їжу. Насправді подій багато, це все зараз така каша в голові. Да, що... Іване, а таке питання: а як місцева влада реагує власне на все, що відбувається? Де Юрій Хотлубей? Як швидко він з'явився у цій ситуації? Чи власне він особисто приїхав на місце події? Бо ми щойно дізналися, що голова Донецької обласної державної адміністрації Олександр Кіхтенко ще досі відсутній на місці надзвичайного цього. Кіхтенко, в принципі, один раз тільки до Маріуполя приїжджав, тому від нього... Власне, що з Хотлубеєм? Коли він Хотлубей був на місці пригоди, він десь годині о першій, по-моєму, чи о другій приїхав. Ні, пізніше, мабуть, це вже було після другого обстрілу. Він приїхав, так, там щось поробив, поспілкувався, такі галочки, як завжди. Іване, і таке питання: як на твій погляд працює місцева система охорони здоров'я? Я маю на увазі лікарні. Наскільки вони були готові до прийняття такої кількості людей? Чи якось це координується з тим, що заявляє влада про підготовку до терактів? Скажімо так, всі поранені були доставлені до двох клінік. Перша це в Лічівському районі, четверта це на лівому березі. Нібито як місця вистачає. Проблема з ліками так. Ліки потрібні, і ліки забезпечуються волонтерами здебільшого. Тобто тут у міської влади такі прорахунки. Іване, і таке питання у мене ще є. Як відреагував на подію народний депутат України Сергій Тарута? Чи щось відомо? Тому що Тарута закріплений саме за Маріуполем і обраний звідти. Чи якась була реакція від нього? Я не бачив реакції ні від Тарути, ні від Матвієнкова, який безпосередньо по лівому берегу був обраний. Можливо, вони десь щось з'явились. Я не бачив. Не буду брехати, просто я не бачив. Дякую, Іване. Я нагадаю, що зв'язком з Маріуполя був наш колега Іван Сініпалов. Він працює також з нами спільно над створенням процесу громадського мовлення на території Донецької області, незалежного медіа. І я нагадаю нашим глядачам, що це все можливо створити лише за рахунок участі кожного з вас у цьому процесі. Власне, ви можете зайти на наш сайт громадський.dn.ua і знайти спосіб підтримати нас матеріально, тому що, наприклад, доїхати зі Слов'янська до міста Маріуполя на сьогодні це буде коштувати приблизно 400 гривень, а назад ще стільки ж, і щоб ми могли пересуватися територією Донецької області, нам потрібні постійно гроші. І щоб ми могли оперативно знімати новини і відео, і репортажі, це все в ваших руках. Ви можете знайти і перерахувати ці кошти на наш розрахунковий рахунок нашої громадської організації «Донецький інститут інформації». Здесь со мной рядом сейчас мой коллега из Радио Свобода Андрей Дегтяренко. И мы говорим о той ситуации, которая происходит в противоположной стороне от Мариуполя. Это Луганская область. Андрей, как ты думаешь, возможны ли теракты сегодня в Луганской области в отношении тех городов, которые под контролем Украины сейчас? Разумеется. То есть я подозреваю, что даже прямо сейчас где-то идут боевые действия. Противостояние, огонь сейчас ведется практически на все линии соприкосновения. И поблизости там достаточно большое количество населенных пунктов. Прежде всего это Попасная, это станица Луганская, это многострадальная часть. Вот недавно даже кто-то говорил, и я боюсь, что к его словам нужно прислушаться, что есть подозрение, что в Луганской области и счастье, и станицы, учитывая, что вооруженные силы Украины удерживают эти населенные пункты достаточно храбро и стараются не отходить, что их могут довести до состояния Донецкого и Луганского аэропорта. Угу. То есть одни развалины, одни руины. А что сейчас с аэропортом Луганска? Можешь зрителям, так сказать, освежить информацию по этому пункту? Аэропорт Луганска после жутких обстрелов в конце августа был оставлен вооруженными силами Украины. По сути, сейчас представляют собой руины. Выгоревшее здание, пустое здание, разбитая полоса. Еще летом показывали сами сепаратисты много кадров, огромное количество гильз, разрывов от снарядов, осколков.
То есть, ну, жуткие апокалиптические кадры. В принципе, вот то же состояние, как и с Донецким аэропортом имени Прокофьева. Единственное, что да, Донецкий аэропорт держался очень долго. И это героизм, я считаю, беспрецедентный в истории Украины, вне зависимости от того, что, к сожалению... Ну, официальные лица говорят, что Донецкий аэропорт держится до сих пор. Ну, может быть, какая-то часть территории, скорее всего. Дифференцирован, да. Речь идет о самом здании. О том, что сегодня происходит в городе Мариуполе, мы говорим в прямом эфире с 19 до 22. Виталик Сизов сейчас будет дозваниваться и в Луганскую областную государственную администрацию, чтобы узнать о ситуации в Луганской области. Администрация областная пока не могут ответить на вопросы, так как губернатор сейчас на выезде и с ним связаться невозможно, так как он занят какими-то своими делами, решением вопросов, поэтому он сейчас не может ничего комментировать. Но тем временем появилось экстренное заявление одного из лидеров одной из парламентских фракций, фракции «Батьківщина», Юлии Тимошенко. Она обратилась к президенту Украины, главе Верховной Рады Украины и премьер-министру с предложением привлечь к участию в созванной президентом Совете национальной безопасности, заседании Совета национальной безопасности и утвердить решение о создании ставки Верховного Главнокомандующего и объявлении военного положения на территории Луганской и Донецкой областей. Вот с такой инициативой. И тем временем Гройсман поручил созвать заседание Верховной Рады, только что новость поступила. Я дал поручение аппарату Верховной Рады созвать всех народных депутатов на их рабочие места. Прошу депутатов быть готовыми к проведению неочередного пленарного заседания Рады. По результатам завтрашнего заседания СНБО мы должны быть готовы действовать и принимать необходимые неотложные решения. Я напомню, что также созвано экстренное заседание СНБО и... На нем будет присутствовать Петр Порошенко, президент Украины. В студии здесь со мной рядом Андрей Дегтяренко. И сейчас мы посмотрим небольшое видео из Мариуполя, как самооборона помогает ликвидировать последствия террористического акта. И дальше продолжим говорить о ситуации на Донбассе. Загинули наши маріупольчани. На данный момент 10 погибших и 40 раненых. Но это не точно, не точно цифра. Точні, так. Дуже багато зараз відмовляються служити в армії, дуже боїться служити в армії, тому що пішуть на фронт. Ми вміємо бути героями, коли мирний час. А коли воєнний час, ми боїмося стати героями. Ми любимо получати щось від держави, але ми не хочемо щось нашій рідній землі віддати. Ми не хочемо віддати їй саме головне – серце і душу. Як в нашому гімні співається, душу і серце ми положимо за нашу свободу. Ми про це забуваємо. І тому я вас дуже зараз прошу, давайте помолимося за всіх загибших від початку цієї війни, особливо дончан і сьогоднішніх наших співмаріупольчан, які загинули безневинно, які пішли на ринок скупитися і загинули, які просто сиділи вдома і загинули. Помолимося за них. Помінимо їх, щоб Господь Бог дарував Царство Небесне, вони це невинні душі. Всі організатори зараз на Восточному. Мер міста Юрій Юрійович Куди на Восточному, щоб люди бачили, що вони не покинуті. І організатори цього реквіму також на Восточному. Вони волонтери, вони зараз допомагають людям. Дуже багато зараз, на даний момент, людей, які звинувачують Україну у цій війні. Але згадаємо, що вона почалася. Вона не почалася не з Майдану. Вона почалася з того часу, коли вибрали Віктора Федоровича у Божій надії утікшому. А може і вона почалася з того, що його вибрали. Вибрали підтасовочно, вибрали несправедливо. А хтось і не думав, кого вибирають. Який розікрав він та його оточення за час правління вивезло з України 800 мільярдів євро. Ви удумайте, скільки це є. Це не тільки він один вивіз. Це всі, які були при владі. 800 мільярдів євро. Пізніше був Майдан. Тут було тихо, все було спокійно. Пізніше почався Крим. І пізніше, щоб
нашу увагу України відвести від Криму почався Донецьк, почався Донбас. Ми всі, нас призивали бути під ДНР. Я пам'ятаю, як тут було ДНР. Я пам'ятаю, як грабували побутову техніку, ювелірку, банки, банкомати виривали просто, вивозили. Я це бачу. Я не говорю вже про спалений міськраду, про спалений Приватбанк, міліцію. В студії общественного телевидения Донеччина я Алексей Мацука, со мной рядом Андрей Дегтяренко, журналист Радіо Свобода. Ми говоримо о ситуації на востокі України, в Донецькій і Луганській областях. И сейчас поступило только что сообщение от Арсена Авакова. Сегодняшняя атака, это цитата, российских бандформирований на жилой массив в Мариуполе принесла страшный для любого нормального человека результат. И Аваков также сообщил, что около Саханки уничтожено 4 из 6 атаковавших наш город машин Града вместе с расчетами. Перехвачен разговор, как Виталик Сизов напоминал об этом раньше, мы показывали видео. И сейчас Аваков сообщил, что наводчик обстрела по Мариуполю уже якобы арестован. Правда, ни видео, ни фото мы пока этого не получили, и узнать достоверную информацию невозможно. Завтра, я напомню, будет экстренное заседание парламента Верховной Рады Украины. Андрей, как ты думаешь, могут завтра ввести военное положение в стране? Думаю, могут. И, честно говоря, не совсем понятно, почему этого не делалось раньше. По сути, у нас идет полномасштабная война с участием нашего северного соседа на стороне сепаратистов. Ну, это было бы логично. Ну, ты понимаешь, согласно военного положения, тогда изменится жизнь всех. Да. Но она, по сути, и так изменилась. Просто не все люди в стране признают это и хотят это осознать. Угу. Мы лишились своих домов. Многие люди лишились своих братьев, сыновей, которые ушли на войну и вернулись, к сожалению, в гробах. Ну, давайте признаем же, что у нас война. Я не знаю, даст ли военное положение какое-то преимущество нам, переведет ли оно страну действительно на военные рельсы, поможет ли нам победить, но как констатация факта, это уже по сути давно произошло. У нас вся страна живет на военном положении. Сейчас будем связываться с Луганской областной государственной администрацией, с советником председателя Луганской областной администрации, пока Виталик набирает этого человека. У меня вопрос к тебе такой. Скажи, в Луганске сейчас, в самом Луганске, сейчас насколько слышно выстрелы, шум от разрыва снарядов и насколько безопасно вообще находиться в городе? Окраины города слышат постоянные разрывы. Более того, по уже сложившейся традиции сепаратистов, они располагают свои грады и другие артиллерийские орудия прямо в жилых комплексах. В частности, есть подтвержденные данные о том, что в одной из больниц на востоке города подвал превратили в склад боеприпасов. То есть жители уже привыкли к тому, что фактически в центре города правят бал люди, которые обстреливают, ведут огонь и постоянно ждут, когда прилетит так называемая ответка. Это уже стало просто обыденностью жизни Луганской. Опять же, люди, вот у нас психология такая, в том числе и относительно военного положения, это можно сказать, люди все равно пытаются жить, не замечая войны. И буквально этим занимаются даже люди на оккупированной территории. И очень часто занимаются этим, вот такой мирной жизнью, люди на обстреливаемых территориях даже. То есть мы помним, да, когда вводили в школу детей в Донецке во время обстрелов. И упала стена, и погибли дети. Ну, я не знаю, это может быть психологический такой эффект. Ну, знаешь, что самое интересное, что мы недавно смотрели видео «В настоящее время», такая программа есть, выходит каждый день в эфире «Голос Америки». И вот мы видели там сюжеты нашей коллеги, Шахида ее зовут, значит, она показала, как реакция людей в Донецке на обстрел возле аэропорта. И одна женщина сказала: вот нам нарушили выпускной в детском садике. Да какой выпускной может быть в такое время? Ну как это вообще на это реагировать можно? А и некоторые говорят о том, что ну вот, мы хотим жить как обычно. Так уже так не живем мы, как обычно. Вот пример хочу привести. Сегодня передали по телефону ситуацию Стаханова. К соседям моих знакомых попал в огород снаряд не разорвавшийся. Муж был в это время на улице, курил, видел, откуда снаряд прилетел. Говорит жене, жена говорит, не поверишь, это стреляли от нас. А реакция жены: ты что, со мной хочешь поссориться сегодня?
То есть человек просто не хочет признавать те факты, которые мешают его обыденному течению жизни, его мировосприятию. Ведь если признать, что стреляют так называемые свои, так называемые ополченцы, значит, нужно что-то делать. Нужно либо уезжать, бросать свой дом, либо как-то даже бороться. А этого никто не хочет делать. Люди до последнего слепы. Люди слепы сознательно. Люди не хотят этого замечать. Спасибо, Андрей, за участие сегодня. Мы продолжаем наш вечер.